Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня битва гильдии. Я решил трэшануть. В прошлый раз я бегал там одним героем проходил. Сегодня я хочу потестировать Дрейка. В простой довольно-таки сборке. Не 10-10, не максимально. А вот такая вот у нас будет сборка. Девятая огненка, которая режет 50%. Плюс девятая СО. Плюс сюда ставим Сепа, то есть такой вот вариант, и у нас будет дополнительно в снаряге Holy Conviction, который будет увеличивать отхил и понижать дамаг входящий, плюс, то есть у нас получается дефный такой вариант, плюс наш ворожей, который будет нас хилить. Попробуем еще вариант, давайте даже попробуем поставить вот такой вот вариант, если будет друг землеройка. У нас довольно-таки не слабенькие противники сегодня. Будем жарить миллионников. Лям 300 с воодушками. Дырочный причем. Смотрите, одна дырка. Вторая дырка. Ну, как-то так. Так, по-моему, здесь еще один тут есть. Какие-то странные расты у них. И три здесь. В общем, вот так вот. Поехали. Начнем, наверное, с этого. Попробуем. Сейчас протестируем, посмотрим. Так, у нас тут есть Феникс, Огник, Прея и Ронин. Давайте просто попробуем вот так вот через Фрею закинем. Посмотрим, какой там урон. Ну, Фрея, как видите, бьет по 80к. В принципе, ворожея. Ну, у нас с отхила ничего нету. Был бы у нас получше сейчас. Так, давай, дрейчище. Тащи, я в тебя верю. Был бы у нас отхил хоть какой-то на нем. Видите, атака отхил. О, нифига себе! Нифига себе, ребятушки! Тут у нас шанс слива наклевывается. 74% у нас отхила нету. Ёпары сэте. Это боль. Это печаль. Все, Дрейка слили. Жесть. 89%. Неожиданно так. Неожиданно по ворожею попали. Причем, блин, Дрейк прожил намного дольше, чем наш топовый ворожей. Вот тогда. Так, где у нас тут есть... Так, Огник, Ронин. Блин, у меня тут, конечно, герои еще так, такие, которые не особо там дамажить будут. Так, отлично. Блин, тут, конечно, шанс слива, как обычно. Сейчас у меня Зефир заагрит Фрею, и пипец будет. В общем, ребятушки, вот так вот. Неожиданно, нежданно. Я удивлен, честно говоря. Все, и таким образом мы сейчас просто тупо зависнем. Мы никого не сможем слить. Хотя, в принципе, если повезет, то можно сделать вот так вот. Трешачок, да? Вот это жесткий трешак. Вот поэтому мне нравятся такие... битвы гильдии, где, знаете, шанс слива максимальный просто. Ну, с вас, конечно же, лайки. В общем, вот так вот. Странно как-то, очень странно. Давайте пересмотрим нашего ворожа. А, блин, я думаю, что странно. Конечно, у нас воодушевление на нем стоит. Убираем водушку. Вот в чем проблема у нас была. Я думаю, что за фигня? Почему он так слился? И хотя посмотрим, как сейчас будет дальше. Поехали. Шанс слева, как обычно. Так, тут у нас есть землеройка. Землеройка, стрелок и срэнг. Ну, конечно же, лучше заходить через стрелка. Единственное, у нас будет... Сейчас будет у нас энергию забирать, но попробуем, как вариант. Я надеюсь на то, что он не будет очень сильно попадать.
Нет, все-таки, видите, нету ворожей, дает отхила. Значит, будем делать по-другому. Будем пробовать запускать, обезвреживать стрелка. А пойдем мы через Фрэнка лучше всего идти, наверное. В данном случае попробуем такой вариант, если получится, конечно же. Ворожай не заряжает. Не получится. Не получается. Железки нам не хватит, конечно. Видите, вот. Тоже не вариант. Просто тупо забирают энергию. Попробовать пойти через Огника тоже, либо через землеройку. Если сделать, Фрэнк будет станить. Если попробовать такой вариант. А его кинуть сюда. Ну, как видите, тут Фрэнк станет. Единственная надежда на то, что... Не, все-таки не варик. Не варик. Вот видите, против разброса такой вариант не катит. Давайте попробуем здесь этих пошаманить. Так, Фоба. Попробуем через Фобу. Фоба, Фрея. Вот тут, видите, тут разброса такого нету. Как там, то есть Фрэнк и не станет. Здесь нету Фрэнка у нас, да? Фрэнк не станет, стрелок не забирает энергию, тоже не станет. И без проблем мы можем на Фобе просто зависнуть и получать отхил. Но это опять же не точно, видите, проседает. Все-таки проседает. Надо спамить, наверное, юнитами пробовать. Отвлекать немножко. Ну, сейчас попробуем. У нас еще и зефир бьет, поэтому тут не все так просто. А ну-ка давайте попробуем соберем зеленого смотрителя. Так, ворожей, зефирка. Вместо Фобы поставим кого-то зеленого. Вот Тессу, например, пока временно. Интересно просто посмотреть, как оно пойдет. Так. Пробуем еще разок с зеленым смотрителем. Ну, зеленый смотр, видите, он делает... Делает тоже свое, он дополнительно и хилит. Упробуем. Шансливо, как обычно. Я не гонюсь там за топом. Мне просто интересно посмотреть, сможет ли Дрейк разобрать. Блин, слился. Так, окей. Пробуем через зефира, значит, зайти. Хотя там Фоба, в принципе, все равно с воодушевлением, там без разницы. Тут, конечно, выбор у нас невелик. Не, все-таки, наверное, пойдем через Фобу. Попробуем сюда. Будем больше спамить. Отвлекать. В принципе, если мы сейчас ушатаем Космо, ну хотя у нас самое основное это зефир. Надо спамить побольше от зефира, даже чем вот. Все, Космо нету, отлично. О, Феникса нету, Космо нету, у нас остался. Они сейчас еще и разберут Фобу. Так, держись, эй, не сливайся. Дрейк нарывается.
Он пошел уже в центр просто тупо. Видите, вот чем хорош Зефир, он игнорирует бронь. А, у нас там Фрейя, в принципе, нормально. Если будем на Фрейе зависать, плюс юниты, все good. В принципе, неплохо. Я вам скажу так, что очень даже неплохо. Мне понравилось. Так, сейчас нас огник шатанет. Не, нормально, затащили. В принципе, без проблем. Так, окей, пробуем здесь. Что у нас тут? Тут даже можно, в принципе, не особо сильно заморачиваться, я вам скажу. Сейчас кинем отхил. Там, по-моему, 12 у него бомбочек летит, если я не ошибаюсь, или 13 на максимальном скилле. Поэтому в любом случае против него только стан спасает, парализовать, застанить и все. Так он урон держит, сражаем с отхилом вполне неплохо. Поэтому мне этот вариант прохождения битвы гильдии понравился. Не знаю, трэш, конечно, на первом противнике, но там... Ай-яй-яй-яй, я Тессу выпустил. Ну ладно, не страшно. Случайно. Это была случайность, ребят. Ее уже слили. 94%, как видите, база разбирается Драйком просто на ура. Так, поехали следующий. Потом будем думать что-то насчет самого последнего. Так. Ну-ка попробуем заагриться на Фрею. Так, а где отхил? Отхил, эй! Видите, здесь хороший дамаг от Зефира идет. Чем Зефир тоже хорош. Дофига выносит. Пробуем, значит, так. Раз. Два. Тут нам даже отвлекать некого. Тут у нас только Фрейя получается. Ну, Фрейя, как видите, не особо и пробивает. Причем 30-я Фрейя. Она, наверное, тут не домашняя. Драйка не сильно пробивает, поэтому такой вариант вполне нас устраивает. Можно даже поставить, попробовать ангела. 53%. Сейчас одна тычка сольют. И все. Ну, с зеленым смотром самое то, как по мне. Он дополнительно хилит. Так, Дрейк, не сливайся. 97%. И последний залп. Просто изи. Так, окей. Поехали, ребятушки. Посмотрим, что там у нас. 65%, 97%, 86%. Там, кстати, нормально насливались они. Да при том, что у меня еще не полностью деф выставлен. Так, окей. Поехали следующего ловить. У нас остался только один. Даже не этот, а вот здесь. Аквалент. Покамон. Покемон. Ну, видите, здесь именно то, чем мы не сможем пройти. Точнее, из-за чего. Это стан и забор энергии. Плюс стрелок режет у нас отхил. Плюс есть землеройка. Ну, как вариант, можно пробовать вот так вот делать. Только надо побольше, наверное, все-таки юнитов набрать нам. 32, 33. Не, все-таки слили. Давайте попробуем нанять фул. Полностью фуловую попробуем пройти. Сольемся, то сольемся. Не сольемся, значит, мы красавчики. Так, спробуем.
А уже по максимуму сейчас найму всех полностью, чтобы уже наверняка посмотреть, хватит ли нам спама для такого варианта. Так. Так, кидаем, значит, раз, два и пробуем спамить с этой стороны, чтобы стрелок своих орнитоптеров по большой части пускал сюда. Ну и плюс Фрэнка. Так, 31%. 37, видите, все-таки сливают. Можно попробовать другой вариант. Давайте попробуем, поставим Анубиса, просто сольем юнитов. Ну, так будет неинтересно. Так, ну у нас тут будет явно. Давайте еще попробую на этого Зефира. На всякий случай поставлю кролика. И маскировку на подстраховку, потому что, ну, мало ли. Обидно будет, если сольемся, не добьем там одно или два здания. Так, но трешовать мы все равно будем точно так же. Можно, конечно же, отхил еще взять. Ой, не отхил, а и отхил можно взять Гаргула и взять сюда Седнушку ту же самую. Слили. Очень быстро, кстати, слили. Но без юнита, я думаю, мы бы уже, наверное, больше 50% залезли. Потому что Дрейк очень долго, как видите, юнит. Минимум 10-15 залпов надо. Даже больше, каких 10-15, чтобы слить только юнитов. Потому что больше некого. Так, так, так. Не сливаемся, эй! 55%. В принципе, 66%. Самое главное, видите, юниты, юниты. Плюс ворожай долбит по юнитам. Успевает со спамом. 80, ребят. 80%. Что-то у меня чуйка, у нас юниты закончатся быстрее. Эй, ворожей! Тащи! Дрейк, давай! Отлично, 90. Ребятушки, мы должны это сделать. Ай-яй-яй-яй-яй, Дрейк, не проседай. 95, 100. Мы это сделали. В общем, вот так вот я трешую на битве гильдий. В итоге мы прошли все топ-5. Затащили Дрейком. Что у нас по очкам? 16507. Вот так вот я набил. Состав довольно-таки кайфовый. Так, найму всех юнитов. Пусть там даже пробует атлантами бить. Так, вернем сейчас наш состав обратно. Но это было весело, согласитесь. Хоть как-то мы развлекаемся на битве гильдий. Так, ворожей. Ставим обратно сюда воодушевление. На Зефира то же самое воодушевление.
И тут мы... Кого мы там? Убрали Фобу, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот так вот, такой вот состав. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.